Ну, соответственно, Школкова Алина за тройку нет, бороться борется. Уже не может. А у нас выходит олимпийская чемпионка, представительница города Москвы Виктория Листунова. Сегодня просто какой-то новый уровень, да. Листуновой. Ну, новый не новый, новый, а то, что она должна показывать. Это ее возможности, понимаешь? Она немножко расслабилась, она у нас видит уже подзавалила сегодня, да? Вот такая Листунова должна быть на всех видах, она и есть. Значит, первая, ну, молодец сама Виктория. Молодец Раиса Ганина. Молодец Петрович Ольга, безусловно. А супер молодец сама Виктория Листунова. Она просто так зло вышла. Все почти безошибочно. Превосходная работа сегодня. Я Получилось, вот так называется. Да. Ну, а теперь... Что каждое приземление у нее было безошибочно почти, контролируемо. Почти, да, четко. Ну, сейчас все-таки наши судьи, которые называются судьями, они должны все равно найти ошибки. Это нормально, это явление. Это так румыны ко мне подходят. Лидия, ну где ты у нее нашла ошибку? Мне приходилось вставать, потому что я румынского языка такого не знала и объясняла. Вот вместо носка пяткой я прям шнуровала пяткой. Знаешь, так ходила, как солдат. Это по ходу, вот здесь вот. Я имею в виду, ну, на каких-то больших соревнованиях. Вот так что... Так, реакция зала какая-то адекватная. 15,1.